Решение Великобритании покинуть Евросоюз не скажется на процессе сближения стран Балканского региона. Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд по итогам состоявшейся в Париже встречи. Этой же точки зрения придерживается и канцлер Германии Ангела Меркель, и глава европейской дипломатии Федерико Могерини, которые встречались в Париже с лидерами балканских стран. Было важно подтвердить совершенно однозначно, что британское решение никоим образом не ставит под сомнение обязательства, которые были приняты в отношении стран Балканского региона. Все обязательства будут соблюдены в соответствии с принятыми условиями. Балканские страны были представлены на встрече главами Сербии, Албании, Македонии, Черногории, Боснии и Герцеговины.